Yamaha, который дает возможность приглашать с концертами самых известных российских и зарубежных музыкантов. Максим, а сегодня в зале я слышала, как раз находится пианист мирового класса. Если мы сейчас все вместе попросим, то он сыграет нам на этом замечательном инструменте. Можно? Конечно, можно. Попросим. Иван Александрович, мы приглашаем вас на сцену. Встречайте, пианист мирового класса Иван Александрович. Он не выйдет на сцену, пока не будет громко попросить. Дорогие друзья, я поздравляю вас не только с замечательным проектом, который выходит далеко за рамки вашего региона, вашей республики, но даже за рамки нашей страны. Мы с вами сегодня делаем будущее нашей культуры. Спасибо всем, кто участвует в этом проекте. Но как пианист, прежде всего, я не могу не отметить праздничное событие для меня. Это покупка нового рояля, потому что это не просто инструмент. Для кого-то этот инструмент станет окном в Париж или дверью в будущее. И компания «Татнефть», которая сегодня приобрела этот рояль, возможно, завтра кто-то из детей республики Татарстан благодаря этому инструменту будет блистать на лучших сценах всего мира. Спасибо вам большое за этот замечательный инструмент. И для открытия инструмента я подумал, что будет не совсем правильно, если я сразу сам сыграю. Я бы хотел пригласить одного из самых маленьких участников Академии, 9-летнюю Сашу Добрый, ученицу Центральной музыкальной школы города Москвы, 3 класс. Саша. Thank you.
У Александра уже появились поклонники в зале. Поклонись. Александра Сергеевна. Александра Сергеевна Давгин, пожалуйста, к публике выйди к нам, пожалуйста. Я должен сказать о твоей пушке последних буквально дней. Совсем недавно, это мне давно назад, в нашей главной центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского проходил международный конкурс, ну, как бы под созвездием великого Гальденвейзера. И на этом международном конкурсе гран-при выиграла Александра Довгань! После чего экспертным советом Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова было принято решение допустить ее без всякого отбора, без всяких испытательных сроков и экзаменов, допустить ее в финал участия международного знаменитого фестиваля «Москва встречает друзей» Александра Довгань. Вот так. Александр Сергеевич!